заказывала для себя. А вот это тоже кактус? Вот какой-то... Вот это красиво. Вот это трамбуды. Почему? Такой вот я хотела спросить. Чего? Это такое, Лиза. Это 650. Это 750. Вот такую не могу. А есть еще хуя, но дорогая. Куда я ее дела, если... И сейчас... Куда я ее дела? Здравствуйте. А вот это там две ветки. Длинные уже. Почем? Такие длинные. Ну, вот тоже за 300 отдам. Тоже за 300? Да. Она из более новых сортов. Спасибо. У нее тоже и розовинка, и желтинка здесь, и здесь разные окрасы. А еще у меня есть такая же, только с темной полосой по краю. Да вот эти штуфельки, или как они, башмачки, я их называю. Как я это делила? Да. Ну, да, такая высокая красота, да? Это третьяковая, но она сама такая. Да. Такой мне шикарный был. Детки я покупала, он хорошенький такой, там где все, потом вот тут все. Ну это залили, скорее всего. А высота его будет? Да вы сами будете формировать, режьте его. Вот, например, сейчас еще чуть-чуть... Не формировать, он будет высокий, да? Ну не сильно высокий. В домашних условиях он такой же будет, да. Или цвет поменяет? А, смотря сколько дадите солнышко, немножко больше, но еще розовинка появляется. Еще появляется, да. Розовинка. Чуть-чуть так же розовенький. И все равно резать его надо. Но он зато же, смотрите, вот так подрастет. Возьмите, оставьте три. Что я пришла на ребенка. Ну, можно я зайду? Да. Видите, вы сейчас зайду. Я... Ну, заворачивай. Вообще, такая рада была. И вот так вот. 2500, да? Да. Такой у меня хороший. Он очень хорошо растет. Не пентес. Он всю лето. Это мушка, но я, у меня много, я могу что-то не уследить. Угу. Я полила, все, раз поднялся, прекрасненько. Да. Я вот удивилась, думаю, он у меня все лето разросся, деточки пошли. А зимой, это вот это, той зимой он у меня был, вот это что же все понаросло. Перед глазами я его каждый день видела, его опрыскивала. У меня даже... Друзья, всем привет. Вот у меня есть такая алоказия, выращенная из клубня Regal Shields. Я ее заменял, удачно обменял на кротона. Я вам попозже его покажу. Кротон шикарный. Вот она, три листика, четвертый уже выгоняет. Вот такие вот корешки тут классные. Вот. Это все с клубня. Вот 13.08 я целит добавил. Так она у меня в амху. С фагнами тут, мох с фагном. Ну и вот 13.08 просто чистый целит добавил, барсик стандарт. Вот такая она красотушка, красотуля. Буду сажать я ее, так как уже, ну, договорился, надо отнести будет вот в такой горшок. Добавлю, ну, вот такой вот обычный грунт. Биогрунт, экофлора. Ну, смешаю вместе с этим циолитом. Ну, как это? Как там говорят? Микрофлора будет та же, там, ну, как бы это, экосистема. Я, ну, не знаю, по-научному там, как правильно сказать. Микроорганизмы всякие. Ну, чтобы человеку можно было до весны не пересаживать, а в этом грунте, чтобы она и росла дальше.
Он воздушный такой, ну классный. У меня в таком грунте много растений растет. Как бы сейчас так поближе показать. Вот. Воздушный. Все классно. Состав сейчас попозже прочитаем. Так. Назад все поставим. Так, как там Маша и Медведи говорит, да? Так. Сейчас мы посмотрим, что тут у нас. Пить любит хорошо. Прям как мужик такой хороший. Болотом чуть-чуть попахивает, это из-за мха, скорее всего, то, что мох уже сильно, как бы так сказать, подплел. Что у нас тут? Да вроде все отлично. Я даже не буду, наверное. Ага, вот тут даже, видите, какие корешки. То есть детки, наверное, будут. Короче, повезет тому, кто купит. А поменялся я с... Ну, в городе у нас цветочный магазин. Ну, с хозяйкой. На кротон. Я оценил вот эту красоту. Руки трусят, чтобы не это. В 1000 рублей. Ну, у нее и кротон 1000 рублей стоит. Ну, и мы произвели обмен. Приятный, так сказать. Так, вот такой вот горшочек будет. Сейчас туда надо сетку положить, чтобы не высыпалась земля. Обрезать надо сейчас. Так, ну вот положил сетку. Сейчас я вот так вот на низ положу целит. Так вот красота получается. Остальное мы присыпем земелькой. Сейчас я доделаю и включу, вам покажу. Ну все, вот такая красота получилась. Я ее полью дня через два и на выходные отнесу. Я думаю, красиво получилось. Сейчас я вам кротона покажу, какого я взял. Вот такой кротон у меня на обмен получился. И вот смотрите, вот листики были.
Вот видно на стволе. И идут ростики, ну, как ветки будут. Ответвления новые. То есть он, короче, закустится. Сорт, не знаю, как-то называла продавец. Они, оказывается, там разные. Прям разные. Вот такой вот красавец появился. Особенно мне вот этот лист нравится. Вот такой вот он наполовину темный, наполовину зеленый. Вот сбоку так видать. Вот такая вот красота. Ну все, спасибо за просмотр. Как всегда, лайки, комментарии, подписка, отписка. Всем пока-пока.